сорт острого перца, который называется Пименте де Нейде. Этот сорт был назван в честь женщины, которая открыла его. Перчик этот родом из Бразилии. Высота куста такого где-то выше метра, ну, от 50 до 70 сантиметров. Ну, может достигать, вот у меня примерно сейчас метровой высоты. Перчик этот созревает от такого неонового цвета до темно-темно-синего, практически черного цвета. Вот, вот в таком состоянии, вот он темно, почти черный, это уже зрелые плоды. Единственное, он никогда не меняет свой цвет, не краснеет. Вот такой цвет у него есть на самом деле. Вот видите, вот, вот он. Если посмотреть, вот этот перчик еще не зрелый. Фиолетовый цвет. И вот уже зрелый плод. Вот листочки снизу у него зеленые. Сам ствол темный. Также его можно выращивать как в горшках. Это многолетнее растение. Так можно и в открытом грунте. Можно формировать кустик, когда сантиметров 15 будет, прищипнуть ему верхушку. И вот у вас будет миниатюрный кустик. Очень интересный сорт перца. Вегетационный период у него от 80 до 100 дней. Острота от 200 до 250 тысяч единиц по шкале Сковеля. Очень красивый. Украсит, мне кажется, любой балкон, любое окно. Тем более это растение многолетнее. Вкус плодов этого перца фруктовый, с небольшой кислинкой. Так что очень красивый сорт. Выращивайте.